Сейчас вот сниму свою небольшую коллекцию. Так. Вот. Две танковские радиостанции. Телеграф. И армейские радиостанции. М-ки 105, 108, 109. А второй это усилитель переносной к ним. Вот. Ну и, конечно же, всеми известный интеграл, армейский приемник. Ну, я так вкратце. Вот. Ну, все знают салют 001 совместно с немцами делался. Ну, хорошая штука. Но, к сожалению, не экспертный вариант. Экспертного нету. Так, вот. Вот он, аппарат Морзе. Так, 49-й год. Так, вот так вкратце сделаем. Ну, аппарат для проверки ламп. Ну, кстати, часы-приемник довольно редкий экземпляр. Вот. Ну, это карманные приемнички развешаны. Так. Вот армейский приемник. Вот еще один аналогичный. Кстати, аналог геолога. Вот. Маленькие приемнички. Ну, всем известная радиостанция Комар для космонавтов. Так, сувенирные приемнички. Тоже посередине армейский приемник. Тоже, кстати, вот этот приемник РИФ, это такая родная кожа у него. Хотя выглядит как самоделка. Нет, это родное все. Ну так. Так. И вот пошли сверху приемнички. Ленинграды. 02, 06 и, конечно, экспортный 04. Ну, про приемники уж не буду так рассказывать, про известные такие. Вот, кстати, вот такой приемник БТМ КВшный, довольно нечастый приемник. Так, вот с часами это зарница. Так. Ну, это все простое. Да, кстати, соната 16 метров. Так. Ну, два Ленинграда, у которых колонки стягиваются. Так, два Ишима. Так. Вот. Ну, кстати, приемник, который вызывает много споров. Это как спидола 10, но с таким шильдиком. М3. Ну, в честь чего-то выпускалось, не помню. Ну, достался мне он из деревни, что если бы в городе, могли бы и переклеить шильдик. Думал, что какая-то липа, но человек один с Уфы тогда сказал, что был аналогичный в коллекции приемник. Ну, кстати, малоизвестное название. Ну,
Ну, Оник 401 попадается. Вот. Такая экспортная спидола 240-ая. Сибоней. Ну да. Так. Ну, процентов 90 все рабочее. Какие-то надо чуть-чуть пару доноров, но пока руки не доходят. Ну, S90, конечно, подключенный. Тут балкон большой. Ну и, конечно же, Металлика. Так, вот океан. Это 208-й океан без индикатора. И сейчас, обращу внимание, вот есть 219-й океан с олимпийской символикой. Тоже интересная штука. Так, но как-то вот так. Ну, 119-я Вега брал, чтобы был комбайн и кассета, и винил. Подключенный S90. Все замечательно работает. Тут еще одна колоночка. Вот. Вот так. Снимем. Ну, в школе был металлистом, так уж остались. Как память. Кстати, средние динамики поменены, веговские стоят получше звучания. Тоже 204 океан без индикатора идет, а нет, с индикатором идет 204.